Новосибирцы проверили свои знания о народах мира, нашей страны и региона. Сегодня они участвовали во всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Его писали на 12 площадках города. Одной из них стал Технический университет. Наша страна многонациональна. Здесь очень много представителей разных наций. И поэтому, раз мы живем вместе на одной территории, нам нужно знать чуть больше друг о друге. По опыту прошлых лет вопросы довольно-таки специфические. И, как мне кажется, с моей точки зрения, что это является больше привлечением внимания к тем вопросам, которые есть в этом тесте. Когда ты видишь вопрос, на который ты не можешь ответить, ты лезешь смотреть, узнавать и интересоваться. Проверить свои знания может каждый. За 45 минут необходимо ответить на 30 вопросов, 20 одинаковые для всех и 10 уникальные для каждого региона. Если не удалось написать диктант на площадке, то до 5 ноября на официальном сайте акции организовано онлайн-тестирование. Результаты диктанта подведут к 12 декабря. Многие участники пришли сегодня за новыми знаниями. Мне интересно было узнать, что это за мероприятие. Просто интересно. Я думаю, что узнаю, скорее всего, больше нового, чем вы там каких-либо знаний своих. В любом случае, нужно знать культуру других народов, как минимум потому, что мы живем в многонациональной стране. Все, что связано с русским языком или вообще с русской культурой, этнографией, там, если она, то меня это тоже интересует. Я думаю, вообще стоит как-то поднимать культуру, все, что связано с нашей культурой, в принципе. К этому нужно больше людей внимания привлекать. Пускай они знают, пускай они интересуются, пускай они сами себя развивают в этом плане тоже. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!